Привет, ребята, с вами Каиса. Я продолжаю проходить Resident Evil Remake GameCube версию, фанатская русская версия от Russian Studio Video 7 за Криса Редфилда в режиме реальное выживание. Так, возьмем с собой зеленую траву, пожалуй. Вот этот карманный пистолет, я хочу сразу от него избавиться, прикончив какого-нибудь охотника. Так, ну что ж, продолжаем. Куда я вообще пойду? Я хочу избавиться от ключа как можно скорее. То есть открыть все двери надо этим ключом. Ну, пойдемте пока откроем банальную первую, одну из дверей. Можно даже сразу решить там головоломку. Хотя, ладно, потом решим. Так, куда дальше пойдем? Много куда я вообще не буду ходить, чтоб поменьше охотников встретить. Многие места мне вообще не нужны. Так. Мы сейчас пойдем через кладбище. Это самый безопасный путь. Вот здесь вот. Да-да-да. Так, я взял с собой флягу. Кстати, я там брал на кладбище вообще патроны? Вообще брал. Ладно, окей. Так, давайте внизу откроем дверь. Вот здесь вот. Так, ну там кто-то будет, по-моему. Возьму дробашек. Так, ну, всякие записки. А, тут, по-моему, лента есть. Кстати говоря. И зомби тут, по-моему, будет ходить. Охреневший тип, если честно. Вот так, тут синий стационарный куст, поэтому я на всякий случай тебя сожгу, дружок. Я заджил тебя не сжигал, но сейчас я тебя сожгу. Так, что еще у нас тут имеется? Зеленая трава, да, еще одна. Так, ладно, к черту зеленую траву. Пускай тут все растет она. Главное взять шкатулку было. Так, ну и ленту тоже некуда девать мне. Так, давайте вспоминать, где у нас еще двери. Так, кажется, я вспомнил, где. Пойдемте к Кримзону того прикончим.
наверное. Хотя можно и в подвал сейчас спуститься, там зомби вроде ходил одно время. А, блин. Зомби здесь, хоп. Так, ну, кто-то вошел сюда. Ну, давай, иди. Хедшот, надо же. Так, я точно не помню. Но, по-моему, в подвале кто-то ходил раньше. Тоже было дело. Давай, иди сюда. Лег, отлично. Все, два патрона выдержал. Да, и тут было вот еще одно тело. Но это тело меня не интересует сейчас. Так, у меня вновь нету керосина. Это... О! Твою мать! А я чё, тебя пропустил? Нифига себе. Как я мог этого хмыря пропустить? Так, деваться некуда. Да, хороший мелкий пистолет, но все, у меня его больше нету. Эх. А я думал, его не было. Я тогда еще, помните, сколько я мучился, искал, натыкивал. И никак не натыкался на это тело. А оно все-таки валялось. Вот те чудеса, блин. Так, ну, вы как хотите, а я... Пойду заберу чего-нибудь. Так, можно ленту, кстати, забрать. Отсюда. Да, заберем ленту. Ящик пуст. Так, надо, наверное, за магнумом сходить. Дробовика маловато будет. Так, а ключ еще, по-моему, две двери должен открывать. Так, ну бежим. Все, убираем этот пистолет карманный. Вот эту штуку.
Вот эту штуку не убираем. Убираем. Так, флягу надо заправить, во-первых. А, еще даже есть. Еще даже будет керосин здесь, окей. Но там я зомби не припомню просто. Так, лента пусть останется. Дайте мне магнум и патроны к нему. Ну, траву, я не знаю, возьму одну траву. Давай, Крис. Фух, не будем мелочиться. Значит, на Кримзона одного выстрела из магнума достаточно. Это хорошо, если так. Может, конечно, в тот раз мне и повезло. Но я все-таки, наверное, сейчас того тоже Кримзона зачищу. Все-таки он будет там мешаться. Охотники тоже еще дадут о себе знать. Да я точно помню. Так, вот наверх я не буду подниматься. Да, не буду подниматься я наверх. Второй этаж столовый. Потому что нахрен мне это не надо. Там два охотника. Тратить патроны, нервы. Так, мы пробежим здесь. Сейчас приготовимся к Кримзону. Черт, там еще змеюка эта. Проклятая. Сколько я тогда в нее высадил, блин. Не, мы к ней точно сейчас не пойдем. Фак, он же там. Очень неудобно он там стоит в засаде, блин, для меня. Так, открываем тут дверь. Ну, как поступим тогда? Он на меня не пойдет, это точно я могу сказать. Значит, попробуем пробежать. Ох, я ему башку нахрен срубил. Он что, еще живой? Да не, бред какой-то. Без башки Кримзоны не живут. Так, ну и вот сюда мы сходим, конечно. Так, а тут будет кто-то? Интересно. Открываем дверь, выбрасываем ключ. Так, нам надо будет сейчас здесь спереть две вещи. Ладно, заходим.
записка есть. Ага, есть, кстати говоря, кинжал. Еще один. Еще, по-моему, магазин пистолетных патронов здесь был. Так, пододвинем тумбочки. Так, сдвигаем влево. Так, ну вот как-то так. Включаем теперь свет. Так, давай сюда двигай. Давай, давай, давай. Так, а мы быстренько без палева красный камушек вынем. Вот этот красный камень надо вставить в эту шкатулку и собрать пазл. Так, ну это сюда идет, допустим, это. Куда идет? Вот так вот как-то. Вот это, по-моему, вообще в центре должно быть. Вот это так. Так, ну и этот кусок надо вот сюда развернуть. Все, берем брошь. Брошь в ключ превращается. Так, теперь надо спереть желтый камень. Ну, забираем. Так, ну давайте используем траву, возьмем патроны пистолета и выходим. Так, а нужны ли мне эти охотники вообще? Да они мне вообще не нужны, я могу мимо них пройти. Вроде бы. Ну да. Надо только посмотреть, что у нас тут. А, тут у нас есть лента, кстати говоря. И трава тоже есть, надо же. Хм. Ладно. Я думал, у меня мало ленты, оказывается. В этом ящике тоже была. Мы в обход сбегаем. Чтоб не встречаться с охотниками. Ну, к змее я еще не готов все-таки идти. Патронов у меня маловато. Так, пойдем вставлять желтый камень. Себе тут ходит. Нет, не с этой стороны. Вот с этой. Так, мы должны получить эмо-диск. Эмо-диск. Так, берем эмо-диск. Так, а теперь я пойду открывать кабинет вот этим вот ключом.
Потом тогда пойдем в подвал. Да. В подвале будут зомби еще, я помню. И пауки. Да, куда же без них? Так, ну что ж, пробежим через кладбище. Ворон. Так, ну давайте зайдем сюда, посмотрим, что тут будет. Только надо... Опа! Ребекка! Is she upstairs? Ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо Ребекку срочно бежать спасать. Она наверху. Кажется, она в библиотеке. На втором этаже. Так, ну бежим. Надо быстро бежать. Потому что время идет. Так, ну там могут быть охотники. Ладно, плевать. Я вот, кстати, забыл про этот момент. Вот здесь, по-моему, должна быть Ребекка сейчас. Ага. Убиваем охотника. Ребекка. Крис. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Ребекка, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Можно. I didn't mean to get you worried. Ребекка смотрит с облегчением на лице. Так, ну что ж. Так, ну что ж, продолжаем. Ребекка с нами не пойдет. Но мы ее спасли. Спускаемся вниз. Да, я тот кабинет до сих пор еще не осмотрел. Но коль меня занесло сюда, давайте выложим диск. Патроны пистолетные тоже выложим. И пойдем осмотрим тот кабинет. Да. Потом тогда отправимся в подвал. Так, включаем лампу. По-моему, патроны должны быть. Да, есть вот для дробовика 6 патронов. И здесь есть
Металлический объект. Все, А, еще граната есть. Окей. Все, выходим отсюда. Убираем объект. Не, ну патроны я с собой возьму по-любому. Так, надо сохраниться. Флягу. Брать, не брать. Нет, флягу брать я не буду, потому что если я там и встречу зомби, то они мне никак не помешают. В смысле, возвращаться я к ним вряд ли стану. Или взять флягу лучше. Хотя ладно, возьмем. Пофиг. Просто я боюсь, у меня тогда место быстро закончится в инвентаре. Ну ладно. Посмотрим. Так, ну что ж, бежим двигать статую, толкать там. Толкаем до упора эту статую. Ничего с нами не случится. Главное не забежать за эту статую, потому что в таком случае мы загоним себя в цунцванг. Если мы начнем двигать статую, то Криса раздавит моментально. Потом. Вот эти стены. Так, тут надо быстро, на скорость. Крис, конечно, медленнее Джилл вроде бегает. Так, отодвигается этот проход. Что, тут ничего нету. Спрыгиваем вниз, берем красную книгу. Открываем ее. У нас медалька спрятана. Медаль внутри книги. Так, с пауками я, наверное, тоже не буду сражаться, тратить нервы. Проще пробежать будет, сэкономить патроны. Единственное, только надо что-то взять здесь будет. Патроны, например, вот есть для дробовика. И карту берем. Ах ты, паучья морда. Валите нахрен, все. Так, а здесь будут зомби, насколько я помню. Так, ну где вы, ребята? Берем кинжал. Так, совместить их не удается. Ага, хедшот поставил, надо же. Давай второй, подходи. Так, одному хедшот. Второй просто сдох. Окей.
Так, ну я не знаю, но вроде бы я сюда возвращаться точно не буду. Ну ладно, давайте сожжем этого. А, в итоге двое, да, сожглись и все равно. Круто. Так, синяя трава, кстати, здесь. Но у меня нет места. Да, с этим напряженка, конечно. Так, теперь бежим. Тут ничего нету. Бежим на кухню. Так, надеюсь, ты не встанешь только. Нет, не встанет. Так, тут сейчас еще два зомби. Будет. Поднимаемся на лифте на второй этаж. С другой стороны только. У нас тут лепешка. Так, где-то здесь ходят зомби. Ну давай, я вижу. Он тут стоял. Все, сдох, отлично. Так, надо второго дождаться. Тут две травы еще есть. А эту дверь мы никогда не откроем уже. Давай, иди сюда. Ах, ну, получилось как-то так. Окей. Тогда вот этого надо сжечь. Черт, а я траву не сожгу сейчас. Да не. Ничего траве не случилось. У меня нету места. Нету места. Вот в чем проблема. Так, ну зайду я сюда. Что я смогу взять? Смогу патроны взять. Для магнума, смотрю, еще есть. Неплохо. А, гранату смогу взять. А вот батарею брать некуда. Окей. Открыли дверь с другой стороны. Так, надо добежать до ящика. Что-нибудь да убрать. Медали, флягу можно убрать запросто. Потом их, если что, будем переносить. По-моему, зомби больше не будет. Так, убираем флягу, вот эту штуку. Так, там две травы еще было, да? Да, и пойдем сейчас к змее тогда сразу. Возьмем батарею, травы.
заходим за батареей. А, хотя стоп. Нет, лучше травы сперва взять. Их можно смешать сразу. Так, а что это за картина здесь? Нет комментариев. Окей. Так, смешиваем травы. Возьмем батарею. Так, ну а теперь к змее пошли. Патронов у нас много накопилось, в принципе. 22 патрона для дробовика, неплохо. И 16 для магнума. Ну, змея там прилично, надо пострелять по ней, конечно. Также в этой серии я планирую подземелье пройти. Которое уже вот-вот после этого этапа будет. Так, а трава тут какая-то дается? Нет, нет. Ничего не дается. Так, ну ладно, берем дробовик. Спускаемся вниз, лучше воевать снизу. Так, ну где ты? Так, она что, разворачивается? Она разворачивается. Слишком быстро она, по-моему, перемещается. Ах ты тварь! Да, она точно в меня попала. Так, ну давайте еще побегаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, лучше я ее здесь дождусь. Тварь! Вот тварюга, а! Какая же она все-таки прыткая. Ну где ты там, а? Лазишь. Ух, да, обманула. Так, теперь в другую сторону бежим. Бежим в другую сторону. Так, идет, да? Камера уже развернулась. Так, ну, с какой стороны? С этой? Или с другой? Опять она меня обманула. Все, готово. Засранка. И свалилась книжечка. Так, давайте перезарядим ружьишко наше.
Пойдем возьмем книжку. Да, кстати, вот эти двери не откроются. Почему-то ручка сломана. Так, ну берем книгу. Берем медаль волка. Медаль волка можно пойти в ящик сбросить. Так, ну она можно брать батарею, хотя она у нас уже, и отправляться в подземелье. Также еще рукоять надо взять. Медаль волка я в ящик в этот положу тогда. В принципе, ничего страшного, пускай в этом ящике лежит. Туда лучше не ходить, иначе выпрыгнут охотники. Так, возьмем флягу. Так, ну и бежим в этот, в чулан, в другой сейв-рум, по проторенному пути. Через вот здесь. Ну да, вороны. Кстати, вот странно, почему сюда не завезли каких-нибудь охотников. Почему здесь оставили ворон? Ну, наверное, специально, чтобы были безопасные пути для игрока. Так, теперь нам сюда. Надо обязательно, главное, не забыть взять рукоятку. Так, ну что ж, почти прибежали. А, кстати, синюю траву еще надо взять. Так, давайте сделаем следующим образом. 4 патрона выложим. Флягу. Флягу, кстати, надо заполнить. Кстати, у нас всего на один раз осталась фляга. Так, берем рукоятку. Пистолетные патроны брать не будем. Ну, возьмем ленту, сохраним. А, нет, там сохранимся.
Так, ну и бежим в подземелье. Никого не будет. Пробегаем. Черт, а я синюю траву не взял, да? А, нет, взял. Окей. Тогда, если сейчас отравят эти змейки меня. То ничего страшного не случится. Я сразу же съем синюю траву. Надо же, Крис крепкий. Прям иммунитет какой-то у него к отравлению. Хотя паук отравил быстро вот Криса. А змейки похрен. Так, ну вставляем батарею. Поднимаемся уже на лифте вот в этом. Так, ну что ж, пойдемте покрутим эту рукояточку. И, по-моему, квадратная рукоятка мне больше вообще не нужна будет. Так, давай, крути, Крис. Все, 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 все. Этот звук, да. Все, идем в подземелье. Там будут охотники, будут пауки. Много кто будет. Много кто будет. Так, ну против охотников у меня аргумент один. Это магнум. Лучше поберечь патроны, не убивать всех подряд, конечно. Ну что ж, спускаемся вниз и сохранимся сейчас. Благо здесь есть у нас и ящик, и печатная машинка. Так, ну эту рукоятку можно убрать. Синюю траву тоже пока убираю. Так, ну сохраняемся. Девятое сохранение. Берем в руки магнум. Пошли, пошли, пошли. Тут, кстати, вот эту штуку можно вообще не брать пока. Как она называется? Цилиндр это ли? Потом можно ее взять. Здесь, правда, магазин для пистолета вновь находится. Ладно, возьму его. А мы идем дальше.
Enrico! Don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Umbrella. Enrico! Double crosser. Убили одним выстрелом. Кто это мог быть? Погодите, он что-то держит в руках. Рукоятка. Энрико мертв. Что же он знал? Ты еще живой? Да, охотник еще жив был. Так, ну он один. Ладно. Один не страшно. Тут вроде никого. Так, окей, идем дальше. Идем мы дальше. А тут, по-моему, двое. Может быть, дробаш взять? Ух ты, блин. Вот сейчас мне повезло. Охотник уже собирался крит против меня сделать. Убить одним ударом. Но он промахнулся. Так, сейчас нам надо покрутить рукоятку. Вот здесь вот. Шестиугольное отверстие. Так, ну, вращай. О, там, кстати, трава есть. А, и, кстати, за Криса доступно особое оружие, это огнемет. Оно недоступно за Джилл было. Да, давайте уберем лишнее. А лишнее это у нас магазин пистолетных патронов. Так, синюю траву трогать не буду. Возьмем ленточку. Еще раз сохранимся. Так, ну что ж. Сейчас надо будет от камушка побегать. Есть у нас тут огнемет, да, но против кого его использовать? Давайте возьмем. Противопехотное оружие, распыляющее струи огня, огнемет. Да, и дверь, кстати, закрыта теперь из-за этого. Так, вот у нас тут камень. Ну, спасайся, Крис. Спасаемся от камня.
еще один магазин пистолетных патронов дают здесь зачем-то. Так, надо убрать его, сходить. Так, ну можно, конечно, на пауках попробовать огнемет. Но у меня нет лекарств лишних, чтобы проверять. Все-таки паук-босс, он серьезный тип. Откуда взялся тут, а? Тебя же не было. Интересно. Интересный ты кадр. Так, ну можно рискнуть, я думаю. Попробовать огнемет на боссе. Хотя, надо же, сработало. Так, в принципе, неплохо огнемет на боссе. Правда, осталось всё 12%. Так, а где третий, черт? Можно, кстати, паутину сжечь. А можно разрезать. А, вот третий-то. Ну давай, слази. Ну. Спрыгивать будем. Ах ты сволочь. Так, ну все, ты сейчас у меня допрыгаешься. Допрыгаешься у меня. Так, разрезаем паутину. И заходим. Так, лекарство есть. Только синяя, что ли, трава? Карта есть. Не, синяя трава мне не нужна. Вот, кстати, вот сюда надо повесить огнемет, чтобы открыть дверь. Черт, тут сейчас еще один камень будет. Для этого надо покрутить сперва. Три раза. Раз, два, три. Так, ну что ж, готовимся. Это было просто. Намного проще. Так, тут, по-моему, должен быть спрей. В этой аптечке. Да, лечебный спрей. Давайте его используем.
теперь заходим вот в эту комнату. Так, здесь надо будет разворачивать статую, потом ее в ту нишу заталкивать. Так, сперва толкаем ее вот так вот. Шестиугольное отверстие. Так, ну, вращаем рукоять. И теперь толкаем статую. Так, теперь обратно. И еще разок развернуть ее. О, вот так пойдет. Так, ну давай, толкай, Крис. Так, сколько еще толкать? Ну, главное не промахнуться. Я точных не знаю размеров. А, отлично, идеально. Так, и берем вот этот цилиндр. Все. Больше нас ничего тут не интересует. Рукоятки нам тоже больше не нужны. Убираемся отсюда. Синюю траву не буду брать тогда. Я надеюсь, огнемет мне не нужно переносить больше. Иначе я бы сейчас бы застрял, кстати говоря. Да, тут можно застрять. Мне некуда было бы сейчас брать огнемет этот. Это был бы, ну, технический баг со стороны игры. Так что надеюсь, что игра меня пропустит. Да, игра меня пропустит. Так, ну, давайте скинем лишнее. Нож. Ну, нож, я не знаю, нож пусть будет. А, хотя нет, это другой, второй нож. Зачем он мне? Так, патроны мне нужны. Ну, сохраняемся. Так, теперь будем спускаться туда, к Лизе, в шахту, пониже. Так, но сперва надо вызвать лифт. Вот, кстати, странно, почему вот этот валун не скатывался? В оригинале все-таки от двух валунов приходилось бегать. А, стоп, так и здесь тоже я от двух валунов бегал. Это, получается, третий валун появился здесь. Хм. Точно. Так, берем эту штуку. Можно ее, кстати, не крутить, если ты знаешь уже наизусть код. Можно сразу ввести 4-2-3-1. Все, питание восстановлено, лифт приехал. Так, ну бежим, бежим. Никакого Берри тут не будет, даже Вескер не придет. Все самим. И лифт никто не угонит, кстати. Да, мы запросто можем поехать обратно, но нам не надо сейчас обратно, в любом случае.
Ящик. Нет, не нужен нам ящик. Хотя, может быть, что-то убрать пока можно. Пока. Допустим, магазин уберу пока. Сейчас будет это Лиза Тревор. Надоедливая. Так, ну она здесь, а мне туда не надо. Мне надо сюда. Так, надо толкать вот этот вот ящик на вот этот посадочный лифт для транспортировки грузов. Кстати, а если неровно поставить вот, вот так вот, что мне игра скажет? А, нормально, в принципе. Игре пофиг, она сама подровняет. Так, ну все, больше нам не надо. Тут у нас что-то должно быть еще наверху. Вон блестит, можно заметить. А, еще один пистолет, магазин пистолетных патронов и граната, да? Да, еще одна граната. Ни одну гранату я так и не использовал. Не показал вам, как она действует. Но я специально и не хочу ее использовать. Хотя можно, на самом деле. Здесь, да? Ну давай, иди сюда. Так, здесь у нас есть две травы. Мы их забираем. Давай, Крис, берешь. Так, Лиза, ты там ходи, я здесь пробегу. Лифт не поломался? А, лифт уже сгорел. А кто тебя сломал? Сломано. Сломано игрой. Так, ну ладно, это можно объединить. Не беда. Спускаемся вниз. Нам надо раздавить эту коробку. Отлично. Ну, давай под пресс. Возьмем сломанный огнемет. Так, возвращаемся туда, где ходит Лиза. В ящике у нас ничего нету. Налево, она здесь. Мы быстро должны опустить рычаг вот этот вот. И быстро добежать, повесить огнемет на эти крючки.
Все, отлично. Отлично. Ну, а теперь будем возвращаться в особняк. Да, шикарное место все же. Вот это вот. Бежим, 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 бежим. Змейки. Ух ты, могла укусить меня. Так, берем шкатулку. В шкатулке у нас это, как рамка. Ну или как она называется? Кольцо. Все, по-моему, тут больше ничего нету. Поднимаемся наверх. Так, тут, по-моему, есть травы, но мне их некуда брать, поэтому обойдусь без них. Ну да, там, по-моему, одна зеленая, одна синяя. Возвращаемся потихоньку. Вот этим путем мы вышли в избушку. Так, тут у нас зомби ходит, бродит. Еще рычит. Гад рычит на меня. Так, тут еще парочка должна быть. Так, главное сейчас забрать восьмигранник вот этот вот. Даже сделаю вот так вот. Использую травы. Пофиг. Все равно с ними проблем у меня не будет. Так, ну выходим. Берем эту штуку. Так, теперь надо вторую такую штуку сделать. У меня в ящике лежала за это, часть этой штуки. Будем заниматься переносом вещей под холлом особняка. Туда. Подземная лаборатория. Переносом вещей. Переносить много придется. Так, ну где ты у нас? Вот, вот ты где. Так, ну что ж, поперли. Первая ходка. Еще надо будет в лазарет забежать. Ох. Там и лента была, кстати. Так, ну, забегаем.
вставляем эти штуки. Открываем дверь. Пока что имеем в ящик и пойдем набирать следующий груз. 6 предметов. Да, бегать придется долго. Потом еще отсюда придется переносить в лабораторию. Но это реальное выживание. Это такая сложность. Конечно, на харде оно намного удобнее. Так, ну что ж, направляемся к ящику. И набираем все, что видим. Смеси лекарственные. Ух, сколько у меня их, с ума сойти. Да, придется еще сюда возвращаться. Как ни крути, я придется. Да хватит вам каркать. Кар-кар-кар-кар. Так, ну что ж. Очередные 6 предметов скидываем в ящик. Идем набирать еще 6 предметов. Да, самое нудное в этой игре — это побегушки. Прям
Представляете, если бы вот в Resident Evil 1 оригинальный, в Resident Evil 2, 3 ящики не были бы связаны между собой. Но в Resident Evil 3 и 2 это вообще было бы губительно. Потому что там ко многим ящикам нельзя вернуться в итоге потом. А здесь как бы можно возвращаться куда угодно. Хотя нет, не всегда. В конце игры уже назад ты не вернешься. Если ты что-то оставишь в ящике, то все, это пропадет. Так, все, кажется, все забрал из этого ящика. Из этого все. Останется только в лазарете ящик. Вороны все каркают, что-то каркают. Почти добежали. Так, соединяем магазин пистолетных патронов, кстати говоря. Дробовик тоже, кстати, надо дозарядить. У меня, оказывается, еще патроны были, да. Эмо-диск убираем. Нож. Так, а лента у меня... Лента еще в том ящике есть, точно, я помню. Так, ну что... А, кстати, покажу вам тоже за Криса костюмы. Где пойдем? Ну пошли здесь, ладно. Возьму этот ключ от гардероба. Лишь бы мне сейчас никто по пути не встретился. Вот. Никто не должен. А хотя вот там вот, где гардероб, там зомбятина ходит. Проход охраняет. Но мы его зарежем и подожжем, чтоб знал. Почти добежал. Да, я многих охотников не вызвал, не показал вам в этом сценарии. Ну, и ладно. Я сыграл максимально безопасным путем, по-моему. 7 лент, ключ от гардероба, спрей и 2 медали. Больше... А, еще что-то есть. Зеленая трава, да? Круто. Все, валим отсюда.
максимально безопасным путем. Вот в оригинале вот здесь вот был тупик. И не было прохода вот здесь вот вообще никак. А вот в ремейке молодцы, что расширили вот так. Самое главное, то, что я спас Ребекку. Это, конечно, влияло бы на концовку, если бы я потерял Ребекку. Все хорошо, что я ее спас. Но странно было то, что мне не пришлось это веджот изготавливать. Но это, наверное, повлиял тот факт, что я спас Ричарда. Если бы я не принес Ричарду сыворотку, то в таком случае Ребекка бы, наверное, пришла на помощь Крису. Хотя тоже странно это все сделано. Так, не туда я побежал. Не туда. Так, ну медали можно пока убрать, хотя... Так, берем флягу, нож. Я, пожалуй, лучше на всякий случай сохранюсь. После этой беготни особенно. Ну, пойдемте посмотрим костюмы Криса. Ой, куда это я пошел? Не туда я пошел. Совсем не туда. Хотя у меня там зеленая трава оставалась, ну и фиг с ней. Мне вот сюда. И здесь одинокий зомби ходит. Ну давай, зомби, подходи. Где ты там? Я что-то тебя не вижу. А, идет, идет. Теперь я тебя вижу. Идешь, нет? Не можешь схватить. Это твоя проблема. А я тебя могу резать. Вообще без проблем. Все, все, сдох. Сдох. Так, ну давайте его сожжем. Вдруг он еще трансформируется в Кримзона. Так, вот, используем ключ от гардероба и заходим в эту тайную комнату. Что тут есть? Удобный диван. Не время отдыхать, хотя... Нестандартная форма Старс. Надеть, да? Ну-ка, Крис, покажи... Покажи себя. Да, вот такая вот форма есть у Криса. Сейчас поближе, чтобы было видно
ну-ка. Вот, Крис. Покажи себя. Покрутись. Так. Хоп. 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 А, вот, кстати, отличный вид. Что смотришь, а? На тебе ножичком. Не подглядывай за мной. Говорит Крис. Так, окей, пойдем посмотрим еще один костюм. Стандартная форма Старс. Нет, ее не будем одевать. Коллекция платьев и смокингов. Может примерить? Нет, нам не надо. Уличная одежда. Вот. Вот это вообще странный прикид. Уличная одежда. Молодежная. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Так, ну вот так вот как-то выглядит у нас Крис. Хэ. 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 Так, ну-ка, покажи в камеру, в камеру, в камеру. На ее. Режь ее. Так, ну-ка. Так, а что у тебя тут написано? Можно посмотреть? На спине. Made in heaven. Так, ну все. Показала я вам эти формы. Возвращаем родную одежду Криса. Пойдем сохраняться и будем заканчивать серию. Так, ну что ж, бежим сохраняться. Что возьмем с собой клич туда вниз, я не знаю, что. Так, нож убираю. Флягу убираю. Ну, можно взять одну траву, допустим. Оружие. Пистолет взять. Так, немного пострелять можно будет. Так, пистолет вообще надо перезарядить немного. Так, ну все, пойдем сохраняться. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии. Пока-пока.